Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, я снимаю королевскую битву. Снимать я сегодня буду с такими людьми, как GTA, поздоровайся. Всем привет. Стаканчик Доната, поздоровайся. Всем привет. Джоки, поздоровайся. Всем привет. Ховик, поздоровайся. Всем здорово. И мистер Мажор, поздоровайся. Всем привет. Так, а Жека Супер я говорил? Нет. Поздоровайся. Всем привет. Что-то я тебя пропустил немножко. Так, а чья минка тут стоит? А, нет. Все, замодел. Так, все, давайте сейчас, ребята, на счет 3 жмем делит. Уже никого не сливайте, чтобы все было честненько. Говорю, никого не сливайте, и тут сливает кто-то кого-то. Так, все, давайте на счет 3 жмем делит. Стой. А, еще не резнулись? Нет. Угу. Ждем. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Я уже, правда, на раз нажал делит. Ну ладно, я просто переволновался. Так, ну и чё, давайте это, выключайте там микрики, чтобы мне ничего не шумело, не кряхтело, не пищало. Чтоб все чётенько было. Ох. Так, ну чё, ребята, опять же, играем тут до одного килла, соответственно, кого сразу первого сливает, тот у нас сразу же выходит. Ну, на тебе. Ну, не надо. Ой, хорош. Хорош! Я, если честно, думал, меня сейчас сольют. Просто сольют. Но нет. Мне повезло. Мне, ребята, сегодня просто повезло. Я, наверное, зря тут езжу. Да, зря я тут езжу. Ой, хорош. Ой, я хорош. Так, нормально. Нормально, ребята. Пока нормально. Но сейчас будет ненормально. Сука, нет. Вот сейчас будет прям печально. Что у нас, сколько человек? 4 человека у нас осталось. Да, кого сливают, уже выходите. 3 человека осталось. И я прям в такое дерьмовое положение. На тебе. Хорош, да, Ховик? Хорош прилетело, как хорошо. Так, ладно, Ховик уже у нас сожрал нарочку, сожрал аптечку. И, соответственно, мне надо куда-нибудь, наверное, свалить или передислоцироваться. Ой, хорош. Ой-ой, опасно сейчас было. Да опасно, мать моя женщина, отец мой мужчина. Где там, кто там? Ой, я днище, ребята, ой, я днище. Короче, переволновался, перекрутил, и в итоге хрень какую-то замутил. Ваншот. Вот это я просто понимаю. Вот это я понимаю, просто ваншотик. Ну стоять, бояться, ну вот нахуя так делать? Просто, ребята, нахера так делать? Просто вот нахера. Ой, хорош. Выжил просто, ребята. На последнем, так сказать, парах. На последнем издыхании я выжил. Но сейчас надо что-нибудь замутить. Чтоб Ховика у нас тослить. Так. Где у нас Ховик? Ховик, пойди, у нас опять на том же самом месте сидит. Ховик, пойди, у нас на том же самом месте сидит. Но мне сейчас рыпаться нет смысла, потому что у меня КД. Так. И чё, где, куда? Так, ладно. Так, ух, ребят, не знаю, что, короче, такое. Сколько раундиков будем, конечно же, играть. Но попытаемся это все по-быренькому завершить, так сказать, чтобы все было чётенько, чтобы все было интересненько. Так, ладно, Ховика я уже вижу. Это уже очень хорошо. Так сказать. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, Ховик. Ой-ой-ой. <с
Бам! Есть, мафака! Так, все, ребят, заходите. Есть. Ну, в первом раунде мне уже удалось выиграть. Это уже довольно-таки найсово. Так, сейчас все у нас прогрузится. Опять же, жмем Delete на счет 3. И начинаем, так сказать, нашу каточку. Так, все, все прогрузились. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Все, ребята, опять же, ждем мы, конечно, самоуничтожение. Кто кого сольет? Ну, меня слили, соответственно. Я вот не знаю. Я как бы уже могу начинать. Потому что кто кого сливает... Ой-ой-ой, вот прям меня в херовом месте зареспило, конечно же. Я просто тут на такой супер открытой позиции. Я просто охереваю с этого. Просто Вайдер бессмертный, да? Наверное, все думают. Ну нет. На, есть первая рельсуха, есть. Первая эта рельсуха уже пошла, прошла. Вторая рельсуха прошла. Ой, в меня рельсуха прошла. Как так-то? Как так-то, ребята? Ох, ты кому-то просадил хорошо. Ага, ага. Хотел меня Жека свалить, убить, да? Не тут-то было. Ай-яй-яй! Зажали, зажали ироды. Ироды зажали. Да нет, текстура сраная. Нет, нет. Я не хочу убирать, я еще молодой. Нет, пожалуйста, уйдите от меня подальше. Я вас не хочу видеть. Все. Все, сволочи, завалили, замочили. Так, ладно, давайте, ребят, нажмем на паузу. Конечно, будем стоять и чекать, кто у нас выиграет из этих ребятушек. Я, кстати, не могу вот проверить, сколько их там осталось. Довольно-таки печальненько для меня обстоятельства. Вот, и вот сейчас, кстати, мне бы вообще прям не помешал спектатор. Но разработчики у нас что-то не хотят выдавать. Из-за того, что там говорят, что-то маты, перематы. И из-за того, что там надо делать всякие работы. Но у меня, соответственно, на это времени абсолютно нету. Я так по 3-4 видео записываю в день. И вот и как бы париться еще на вот эти. На монтаже конкурсных видео там или каких-то еще видосов специально для операторов. У меня совершенно нету времени-ца. Так, ох ты, нихера себе. Вот, кстати, Джоки вообще хороший. Я его вроде в самом начале раунда рельнул, но он пока держится. И держится довольно-таки неплохо. Так, ну ладненько. Мармеладненько, шоколадненько. Сейчас опять, наверное, кто-то напишет, что он твоего Вайдера. Мармеладненько, шоколадненько. У меня уже сахарный диабет. Ой-ой-ой. Так, и что у нас остался? Поди, опять Ховик и мистер Жека Супер. Теперь остался Ховик и мистер Жека Супер. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Будем, конечно же, наблюдать за этим всем действием. Ховик у нас опять там же самый. По ходу дела, да? А, ну все, они друг друга уже заметили. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально таки просадили друг другу. И уходят, таки ушли. Освояси. Типа нафиг это надо вообще? Так, ну ладно. Ладно, ребята, пока ждем. Пока ждем, но вот скоро у меня таймер, так сказать-то, это, кончится. Давайте, наверное, я его отожму и просто сейчас поеду наверх, и там буду стоять и наблюдать за этим всем действием. Потому что, ну, как бы стоять на паузе, это тоже, конечно, хорошо. Но я так думаю, наверху я там никому абсолютненько не помешаю. Так, ладно, ой-ой-ой-ой, едем наверх. Я, правда, дроп тут отражал, это, наверное, не очень довольно-таки честно. Ну, так, ребят, наверху я, на меня внимания абсолютно никого не обращайте. Дабы там это, чё кого там. Так. Ну что ж, это наверху я. А, так это у нас не Ховик остался, это у нас стаканчик доната остался, ё-моё. Я только сейчас на тап нажал и заметил. А я почему-то думал, что Ховик, потом уже, так сказать, в памяти прокрутил то, что Ховик-то у нас уже... Ух ты, нихера себе, слил. Ну, красавчик, стаканчик доната, всё, выиграл. Давайте, ребята, опять заходим. Вот, в этом раунде у нас выиграл стакачик НАТО. Чётенько. Вот, и сейчас, ребята, не знаю, наверное, сыграем еще один раунтик, может быть, даже еще один. Ну, короче, опять посмотрим, сколько у нас будет длиться этот. Так, все, сейчас я респаюсь и жмем опять же на счет 3 Delete. Так, все, я респаюсь, соответственно, и жмем Delete. Ждем. Никого не сливайте, там никто. Потому что это не очень довольно-таки сильно и хорошо. Так, все, на счет 3. Раз, два. Все, так сказать, я, ребят, нажал уже Delete и жму, ой, жду самоуничтожение, когда оно у нас же произойдет уже в этом веке. Но пока что-то оно у нас не происходит, и бах, да, оу, да.
Так, все, у меня осталось 3 килла еще с прошлой битвы. Ну, потому что я не выходил-то никуда. Вот оно у меня и осталось. Так, на, вроде с самого начала просадил. Ну, кого там, блядь, Ховик, нахуй ты меня стреляешь? Это же Ховик меня стрелял. На, тебя рельсу сбил. Хорош, да? Так, а как так меня тут зажали? Я прям не очень сильно хорошо. Красиво, мистер ЖК Супер, там мажор раздают направо-налево. Рельсухи. Вот это я прям понимаю. Так, может так будем мелкими перебежками ходить? Чтобы, так сказать, не подпасть, не почую рельсу. Потому что если попаду, это будет печально. Так, ну карта, ребята, вообще такая немножко... Ну, хорош, блять. Нормально. Вроде бы живу. Хотя я думал, сейчас меня с ДДшки прилетит это все дело. И я тупо солюсь с самого начала. Но нет. Мне повезло. Да как я так-то кривожопый? Нифига, вы что, затимились тут, а? Смотри-ка, затимились. О, нечестные люди. Кто там остался? Ховик, госливать Джокина и GTA. Они затимились. На тебе, выдал GTA. Нормально у нас таки бой. На тебе, выдал Джокина тоже. У Джокина КД. Так, GTA не выдал. Пойду рашить. Так, ну он-то поди засрался. Прям по-страшному. Ага. Ага. Так, ладно. Выдал рельсуху одну. Ушел. Вроде бы ушел. Вроде нормально. Ай-яй. Так, нет, не получилось мне уйти. Более-менее адекватно. Так. Так. Ладно, здесь место довольно-таки херовенькое. Для, так сказать... слива. Но слиться и тут я могу нормально. На тебе. Выдал рельсуху. Джокину. Ну нахуй. Затимились. На своей же минке подорвался. А, я понимаю. Вот это прям жестко. На тебе. GTA, короче, рельсуху дал. Ну все, зажали. Ой, у него аптечка была. А как так? А как так? О, как так-то я не попал. Вот это прям жестко. Оп. Есть, все слил. Все слил. Теперь, так сказать, Ховиком у нас остается. Противоборство. Да нет! Ну, блять, вот нахуй я этого так вышел? Это прям жестко. Да, просто охереть. Так, ну ладно, ребята. Думаю, на этом мы будем уже, конечно, заканчивать. Ребят, подключаюсь, сейчас будем прощаться, все это дело. Вот, получилось сегодня, ребята, у нас вот такая вот гоночка. Так, ой, не гоночка вооружения, королевская битва. Было довольно-таки интересно. Вроде в первом раунде я неведомым вообще способом затащил. Во втором раунде, соответственно, у нас стаканчик доната затащил. И в третьем раунде у нас затащил Ховик. В общем-то, все, ребята, на этом, я так думаю, будем уже прощаться. Сегодня со мной играли это Ховик, мистер Жек Супер, Джокин, GTA, стакачник Доната и мистер Мажор. Прощайтесь. Пока. Всем пока. Пока. Всем пока-пока, ребят.